этих пушек как раз вот 733 год, клеймо, видишь, найдены на острове Беринга, где погибла экспедиция, где Беринг умер сам, и ботфорты, песцы обгрызли. Значит, каменские пушки купила королева Дании и поставила памятник, написала великому датскому путешественнику в родной деревне. Нам стало обидно, какой он датский, он русский путешественник. Они 200 лет еще не знали, что он из Дании родом. Это мы сами отлили из колокольной бронзы. 380 с чем-то килограмм они, каждая пушка. Как бы, так, дань уважения каменским, истории каменским. И вот, вот идет такая плавка, а следующей неделе 3-тонный. Если такой набор, и там, а следующей неделе 5-тонный. Вот если такой хороший набор, допустим, вот до тонны, угу. Потом 3 и 5, да? Получается 3 заливки мы делаем, 3 недели мы тратим на заливку. Сейчас у нас получается, что мы большие колокола с этого года разводим, пристрой. Сейчас тебе покажу. Угу. Вот. Значит, это пятница. Вот это пятничная плавка. Каждую неделю. Значит, колокола не обработанные, не доконченные еще в складе. Посмотришь. С прошлой пятницы, которая. Значит, вот эта круглая печка тигельная. Это горшок, он такой тигель. Вон стоит, видишь? 200 килограмм. Тоже мы сейчас начинаем, уже второй год задыхаемся, что не хватает мелких колоколов. Сейчас я это уже покажу. Ну и в августе ставим вот эту печку спаренную, она как восьмеркой будет такая, как две их рядом. Вот. Пошли. Значит, помог. Это сюда лишнее сливаю. Ну, это обычно 4-тонный ковш, и вот заливается, потому что с прибылями, и еще остается тут килограмм 300. Значит, здесь вот парни работают, двое молодых у нас. Здесь они ежедневно формуют мелочь. Это модели. Ты технологию вообще представляешь? Технологию-то? То есть вот восковые украшения. У нас здесь модели постоянные, чугунные. Только 90 килограмм гипсовая и вот такая. Они накатываются по шаблону. Здесь рукав, шаблон. Воск, гипс подсохнет. Лаком покрываем. Размечаем они для себя. И все, намотали. Заформовали, застыло, сдернули, поставили, снова следующий и вот так. То есть модели постоянные. Это дает относительную какую-то, чем больше колокола, тем точнее, стабильность тона. То есть мы вот этот колокол льем 1000 экземпляров в год, допустим, там. Они должны, по идее, все быть одинаковые. Ну, на малых колоколах-то они все равно гуляют. А большие это уже стабильно. Для чего? Значит, человек приехал к нам на разведку, как вот этот отец дьякон-то в голубой майке, они же разведчики. Они приехали, договор забрали, везли на Рахоминск. Он должен быть абсолютно уверен, что он эти же колокола через 3 месяца или 4 получит. То есть, когда мы до него дойдем. До него где-то еще, допустим, они завтра заплатят, грубо говоря. Но это только лишь мы его поставим в очередь. То есть, мы им займемся только в конце сентября и где-то 1 ноября только отдадим. Вот. Потому что сейчас проплачено 3 месяца назад, все вот еженедельная, вот такая вот плавка, плавка, плавка. Все колокола имены, все подписанные. А что, читал, может, металловед Шашки написала, что звучание обусловлено интерметаллидом, межкристаллическим веществом. Вот оно. Форм кристаллизации его гонит. Кристаллы образуются, но пока они еще не замкнулись и не застыли, вот эта вот обогащенная фаза оловом, она лезет. Такая. У нас и они еще красноватые, потому что она и везде-везде лезет. Чтобы образовать вот эту определенную кристаллическую решетку, столько, сколько надо. А если много, они просто выталкиваются. Колокола 300, мы льем уже дождевой системой, в стенку льем. Вот эта подковообразная чаша. А внизу-то у нее там вот здесь, там отверстие, льется в стенку, чтобы не размывался стержень внутренний, то есть внутренняя часть формы, которая отвечает за пустоту. Можно ее размыть, и песку туда наворотит, и всего. Значит, когда они заливают, это закон же сообщающихся сосудов, ты жидкость не сможешь вот так налить. Вот два уровня, она же одинакова. То есть они парни вот до сюда доливают, захолаживают зоны, где был литничок-то вниз туда. Как в раковине дырка, вот в этой вот подковообразной чаше. Засовывают медные пластины. Там хопа начинается кристаллизация от того, что холодная. Застывают эти дырочки.
это встает чаша, и они начинают спокойно сюда подливать. А это нужно, это прибыль. Это металл дает усадку до 1.5% объемную. То есть жидкость занимает сплавленный металл больше 1.5%, чем твердая фаза. Надписи, иконы. Вот на стенках банк наших икон. Это вот парни уже налили на следующую неделю. Видать, время было. Это уже на следующей неделе. То есть как по графику, по плану идет. Только победоносец, видать. Воскресенье. Тут вот эта икона старенькая. Не тот, не наш художник делал. В Сретене, что ли, да. Вот Петр и Павел. Все тут. Иоанн Предтеча. Все. Вот такие самые вот Спас, Непотворный постоянно идет. Серафим Саровский, естественно. Самый любимый святые. Видишь? Это колокол, его вот выбили на неделе, четверг, пятницу немножко начали это обдирать, пока некогда бросили. У нас, кстати, еще здесь такая проблема, здесь работает, мы располовинили бригаду кормовщиков на средних колоколах, сейчас здесь идет как поток, да, производственный, и там поток, разделили, 10-3 тонн, здесь один опытный парень, и все. Я пока, письмо поздравляю, что напишу. Конечно. В октябре, здесь был просто навес, крыша. А в этом году мы начали закрываться. Вот окна поставили, ворота, двери. Мы, наша задача к зиме, видишь, вот ту сторону начали закрывать. К зиме у нас должен быть программа минимум ангар, а программа максимум уже даже еще. Вот сюда телегу ставят и поехали на обработку. Свет горит. Полностью мусором забиваем. Что-то вот они подотстали тут немножко. А у нас компрессор в день стоял. Вот было такое воздух. Это вот льется. Тут получается не за один день, а за два дня накопилось. Угу. А мы еще парней, мы же их снимали, большой колокол у нас. Этот, гнали. Это вот это что-то. Это даже 140 килограмм, 160. Значит, вот сейчас уже все это убрать. Вот она, песня-то где? И вот, смотри, она не хрупкая, она гнется, вот ударяешь, здесь все нормально. Вот золото также звенит, там не может быть жало просто. Тут это кому-то опять они тут, Каменск-Уральский, пыры, так это, убиваем. Формовки, кожуха эти, просто вытряхнули. В понедельник у нас большая выбивка, оттуда все колокола приезжают, вот эти все выбьют. И пошли жужжать машинки, вот здесь и здесь, всю неделю они жужжат. Здесь немножко подотстали, получилось, что они, короче, на большой колокол одного сняли, и один-то 4 колокола оставил. То есть плавка-то где-то 7, они сделали 1.300, 1.700, туда поставили склад. А эти не сделали. Ну, сейчас их задача догнать на следующую неделю, в следующей пятнице, и эти должны быть готовы. И вот те, которые там 7 штук, должны быть в складе. А эти увезут. Эти, которые контейнер, которые, значит, машина придет. Сегодня мы отгрузили. Вот здесь один стоял, там один стоял, здесь один стоял. В Омск. Омск, Муромцево. Пригород Омска. Вот 90 килограмм, 40 килограмм нету колоколов. Все, сегодня они пару увезли. Вот так вот мы батюшкам вывешиваем.